20 километров рыболовных сетей и миллион рублей предотвращенного ущерба природе. Защитники флоры и фауны вместе с сотрудниками АБЭП пресекли незаконный бизнес 53-летнего жителя Солигорска. Он занимался нелегальной продажей рыбацких снастей. Почти 70 сетных подъемников, около 20 так называемых вентилей, устройство торпеда и 20 километров рыболовных сетей. Все это было изъято у продавца во время оперативных мероприятий. В 2010-м задержанный уже привлекался к ответственности за браконьерство, но тогда ему удалось избежать уголовной ответственности. В дальнейшем инспекторам стало известно, что он занялся другим бизнесом, но тоже нелегальным, то есть продажей сетей. Чтобы изобличить этого нарушителя, привлекли к совместной работе местный АБЭП, налоговую инспекцию. Предварительно инспекторы провели работу, то есть они под видом желающих купить сети созвонились с этим нелегальным торговцем. Накануне госинспекторы провели еще одно успешное задержание потенциальных браконьеров. Недалеко от лесного озера в Брасловском районе оперативники остановили компанию, которая везла в багажнике автомобиля почти километр рыболовных сетей. По словам специалистов, изъятые снасти могли причинить ущерб природе на несколько миллионов рублей.